Национальная сборная Беларуси по футболу и во втором поединке в новом году не сумела забить, но при этом сохранила ворота на замке. И все это несмотря на удаление Сергея Корниленко уже на 9-й минуте. По мнению арбитра, из-за удара в область головы. Воспользоваться численным преимуществом черногорцы так и не смогли. Учитывая, что играли в 10-ром, считаю, довольно-таки неплохо выглядели. Создавали даже опасность чужих ворот. В принципе, и не позволяли сопернику создавать опасность, за исключением, наверное, вот на последней минуте удара в штангу. Так считаю, в целом, это очень достойно, в принципе, отыграли в 10-ром. После начала игры для нас это все получилось, я думаю, удаление сразу. Не знаю, какая минута точно, но с начала игры большинство игроков, но мы держали мяч, катали, то же самое, мы довольны поэтому, но, в принципе, мало ударов по воротам и мало моментов, то же самое, думаю, что надо работать на этом. Следующий товарищеский поединок белорусская сборная проведет 27 мая в гостях против Северной Ирландии, которая накануне со счетом 1-0 обыграла команду Словении.